Так, ну что, тогда начинаем запись? Погнали. Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами Лид, Серега, и сегодня мы с вами будем пытаться выбить новый Remington 870 RAS за варбаксы. Но пока мы это будем делать на ПТС, потому что еще на основе этого нету. Здорово, ребят. Че, будем открывать вместе по 5 коробок или как-то давай, это будем делать? Давай, без проблем. Кто быстрее? Я, правда, уже выбил, я потратил 150 тысяч, чтобы выбить. Так я его еще во время стрима выбил, на самом деле, первый. Так что все нормально, мы выбиваем второй, ребята. А со скольки ты его выбил? Я со второй коробки, ну так, с 5 первых. А я 150 тысяч потратил. У нас соревнование, кто выбьет второй Ремингтон. Ребята зажрались. Мне кажется, кто быстрее будет открывать коробки, тот и выбьет. Да, мне кажется, не в этом дело. Или в этом? В этом. Как можно на него потратить? Мне, кстати, он так, не знаю, он так легко выпал, просто, знаешь, со второй коробки я такой открываю, просто потому что, ну, надо было подождать, когда его стрим прогрузится и все остальное. И он такой, оп, выпал, такой, о, класс. Пошли теперь этот покрутим, а ЦР-ку тогда уж. А ЦР-ку уже купить можно было? Да, купить, но я невнимательно прочитал, поэтому, да, я накосячил. Мы еще в конце видео, может, ЦР-ку покрутим, у тебя 600, у меня 1000. 600, я думаю, на знаки оставить, либо как, то есть... В знаки, у тебя прошу. Знаков нет? Чтобы можно было жетоны купить. Мне почему-то их не начислили, 20 штук, многим ребятам. Ну, не знаю, не знаю. Но, с другой стороны, мы уже прошли, то есть смысла пока что нет, только на основе уже есть. Ну да-да, когда она будет полная, именно миссия. Поэтому можно, конечно, открутить еще ЦР-ку, как только выбьем. Че, как у тебя успехи? Я выбил. Ты еще раз выбил? Да. Стоп. Вообще, за компанию, только что выбил. Прям когда ты сказал, сразу выбил. Давай еще покручу, пока ты не выбьешь. What the fuck. Ну ладно. А ты сколько потратил? Ну я очень быстро открываю, даже не смотрю, что там. У меня было 99 тысяч, а сейчас у меня их 186. Да не в смысле, а куда ты все рубаксы тебе? А? О, нет, у меня было 499, сейчас 460. А то я думал, куда все рубаксы так делал жестко. Потратил, на коробке все закрутил, знаков не было. Нифига ты, опасный тип. Все уже знаки вообще дофига прям так падает, вообще отлично. Тебе нифига не нужны. О, три знака в пяти коробках, отлично. Давай, я подожду, пока ты не выйдешь. Угу, угу. Теперь меня ждем. Если выйдешь, конечно. Я еще один выйду. Да выбьем, куда мы денемся? Я еще один выйду. Он же вылетит стопудово. Оля. Он мне очень активно не падает. Что говоришь? Я еще один выйду. Еще один выбил? Да. Ну, what the fuck. Е-е-е, малофак. А здесь сколько варбаксов? До того, как я крутил, первый судорбик было 3 миллиона 100, сейчас уже 2 миллиона 880. Ого-го, нифига ты их там открываешь. Да, вообще жестко. Кстати, интересная версия, получается, у тебя их два выпал, мне ни один еще не выпал. Я его забрал. Такой рандом. Пошли оба на пустой канал, надо было так и сделать. А ты на пустом канале? Нет, я не знаю вообще где. Вроде я так канал. Тоже, я просто зашел и кручу коробки. Но мне он вообще-то не падает. У тебя их три, у тебя 300% получается ремень? Да. Хазазас. Опять три знака в трех коробках, вообще офигенно знаки падают просто. Будет прикольно с 500... Еще, я будет. Третий еще выйду. Третий выйду? Уже четвертый получается. Серьезно? Уже 400%. Где-то тут подстава есть, я не знаю. Ну ладно, давай магию попробуем применить какую-нибудь. Попробуем найти на PvP тогда уж, и там сделаем смена канала на... На какой? Сейчас я приду туда, там твои дробовики заберу. На первый, будем на первом. Я приду к тебе, заберу там твои дробовики. Он и туда идет, ребята. Так, как-то сменить канал, смена канала. Стиран один. Магазин. Ой, я что-то залагал. Так. Но он тоже подлагивал, когда переходил. Я тоже. Это просто сейчас реально там очередь большая, все играют эту новую ликвидацию. Ликвидация. Она классная, но мне кажется, все-таки будет продолжение этой ликвидации, то есть должна быть вторая. Мне тоже, да, мне показалось. В таком формате она очень легкая, то есть получается где-то, ну, я в общем счете, получается, с пятой попытки прошел ее. А я с второй. Мне кажется, ведут полностью на основных все же реально вот этот
целую миссию прям с тремя чекпоинтами. Не знаю, это кажется, серьезно будет слишком легко. Это будет слишком легко. Ну и Warbucks, тем более, дали как-то еще так, эх, ни о чем. А, это ошибка, да? Они написали на сайте, что там мало. Угу. Это их косяк, там все такое. Ну, сырая пока версия, что-то не получилось. Что, до сих пор не выбил, что ли? Нет. А, не, погоди, выбил. Да, выбил, наконец-то. Выбил, все, давай. Я даже не заметил, как я выбил. Зайдем на полигон. Кстати, ребят, может они вип... Я нажал одну кнопку. А, ты про новый UTS? Срам, да, срам. Срамку. Ну-ка, что это? Да. Божественная штука. Она, блин, она как почти. Только патронов. Я тут, получается, раз, а? Четыре патрона, получается, по факту. Ну, скорее всего, четыре ваншота. Ну что, идем крутить инженерский слот. А, кстати, я его выбил. У меня же 200% уже. Один я купил, а другой выбил. Один выбил, другой купил. Ну, пошли туда же, я продолжу. Продолжай, магазин. У меня их 600 кредов, в принципе, да. Первые 5 коробок, и мне они должны выпасть. А у меня, кстати, возможно, на 300%, потому что я два раза купил. Ты ее два раза покупать? Я два раза купил, да. Я случайно ее купил, на самом деле, второй раз. То есть я, нажимая на нее, хотел открыть коробку, и вместо этого взял, еще раз ее купил. Упс. Ну, окей. Мне 200%, ладно. Ну, я уже вообще все слил. Да, у меня тоже вот последняя коробочка открывается, и... на 7 дней. У меня этого на месяц она. Джеска, что ли? Да. Так, вот она сама, оружие. Почему? Мне, кстати, понравилась эта ЦРК. Она прям... Да-да, очень задачная. Да? Конечно, на полигоне. Ты на полигоне только играл? Да, у меня вот 176% уже. Ну что ж, идеально. Блин, она великолепна, мне нравится с ней играть. Да, прикольно. А дробовик где у нас? Хотя потом я с ним даже не бегал тут. 200%. Ух. Тут прицел вот этот новый добавили, который особый. Но он ничего не дает. Он такой визуально зелененький, такой прикольненько. Просто нельзя с мушки стрелять, только с этого прицела можно стрелять, как бы, в принципе. Так нет, не. А, ну да, так-то это как дефолтно считается такой. 1,4 кратно, погоди. Так это самое большое увеличение среди всех. Ууу, 1,4 крата. Ну ладно, что, ребята, вам спасибо за просмотр. С вами был Лид и Серега. Увидимся с вами в следующих роликах. А если здесь впервые, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал Сереги, на мой канал. И там кнопка внизу красненькая есть, подписываться. Так что увидимся с вами в следующих видео. Всем удачи и пока-пока. Всем пока.